Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня мы рассмотрим такое растение под названием пырей ползучий. Пырей ползучий, потому что у него корневище сильно расползается. Оно на глубине 5-10 сантиметров. И это растение, корень неубиваемый, потому что оставшись в земле маленький кусочек корешка начинает прорастать, и прорастает быстро, обильно и полностью вокруг себя зарастает. Пырей включает в себя более 100 видов различных растений. Это мочегонное средство, противовоспалительное, отхаркивающее, патогонное. Применяют в дерматологии, улучшает кожу, придает упругость, выводит соли, обновляет иммунитет. Заготавливают осенью, промывают корни, сушат и хранят в темном месте. Сегодня я вас познакомила с таким классным, прекрасным растением, как пырей. Пока-пока!